В воскресенье в Самарской области ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и снега в ночное время. Температура днем от 3 до 5 с плюсом, ночью 0 плюс 1. Ветер преимущественно юго-западный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани облачный день, небольшой дождь, днем плюс 6, ночью плюс 1 градус и снег. В Тольятти облачное и без осадков, температура воздуха днем плюс 5, ночью 1 градус выше 0 и снег. В Самаре пасмурно, но без осадков, днем плюс 4 градуса, ночью нулевая температура и небольшой снег. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.